Сьогодні на Євротерміналі працює нова митниця Держмитслужби. Реформа спрямована на оновлення одного з найважливіших державного бюджету органів. Першочергові кроки – очистка кадрів, сучасний підхід, орієнтований на зручність користувачів, спрощення та прискорення процедур розмитнення. За два тижні роботи можна побачити перші результати, які свідчать про вдалу імплементацію. Дві тижні тому була запущена в роботу нова одеська таможня. Правительство и председатель таможенной службы поставили амбициозные, но выполнимые планы. Поэтому еще о масштабности работы говорить рано. Тем не менее, уже за две недели работы показатели перечислений в бюджет увеличились на 45 миллионов ежедневно. Количество контейнеров, которые стали оформляться здесь в режиме импорта, увеличились на 40%. Это порядка уже около 300 контейнеров в день. Произведен набор новых людей, сотрудников. Ну, в основном это костяк, переведенный старой таможни, потому что профессионализм должен присутствовать. Сейчас заканчиваются регуляционные процессы все, и мы переходим уже к изменению бизнес-процесса внутри таможни для ускорения бизнеса, для комфортной его работы. Запуск нової митниці дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти та істотно змінити кадровий склад. Завдяки реформуванню збільшиться вантажообіг і процедура розмитнення тієї ж автівки стане швидше. Мы находимся на территории грузового комплекса компании «Евротерминал», который является портовым оператором, на территории которого предоставляются все виды услуг, связанные с таможенным оформлением грузов и автотранспорта. В связи с этим мы очень плотно сотрудничаем с одесской таможней, а также с бизнесом. Сегодняшние изменения и появление новой таможни мы оцениваем очень положительно, поскольку движение, выбранное новой таможни в европейском направлении, нами приветствуется, так как наша компания с момента создания ее преследует собой предоставление услуг европейского качества, что, собственно, из самого названия «Евротерминал», и мы понимаем. На территории нашего комплекса мы стараемся развиваться, расширяться. В этом году мы добавили, дополнительно построили 5 досмотровых рам, что дает возможность одновременно досматривать 20 транспортных средств. Бізнес вітає дані нововведення, тому що це дозволить позбутися від старих схем і спростити процес митних формальностей. Це важливо, тому що вантажопотік за останнім часом збільшується. Найяскравіший приклад – «Автохаб». Це сервіс, який допомагає українцям швидко і легко оформляти ВО авто, куплені за кордоном. «Автохаб» працює за принципом єдиного вікна, коли всі установи, задіяні в оформленні, знаходяться поруч. Мы полностью позитивно оцениваем те изменения, которые происходят, и поддерживаем эту реформу. Мы сейчас видим, что те процессы, которые происходят на таможне, направлены на автоматизацию процессов, на уменьшение количества таможенных формальностей и сокращение их время. Это позволит просто увеличить грузопоток, увеличить поступление в бюджет, а это связано напрямую с социальным выполнением социальных программ. И, в-третьих, на сокращение времени проведения таможенных формальностей. Таким образом, это позволит просто быстрее оборачивать грузы и лучше работать украинскому бизнесу. Співробітники митниці також позитивно оцінюють нововведення. Кажуть, кардинальні зміни не відчувають, адже працюють в рамках законодавства, як і раніше. Проте черг на оформлення спостерігають менше. Роботи йде в звичайному режимі, здійснюються митні формальності, митні процедури. В робочому порядку йде митне оформлення, якби... Немає черг таких на рампі, на доглядовій.